Чебоксары готовятся к параду спецтехники. Через несколько минут дадут сигнал, и более 150 машин, которые обеспечивают жизнь города, проедут колонной по проспекту Ленина. И прямо сейчас мы постараемся узнать, что это за автомобиль. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, нам, что это за агрегат? Что за... Автогрейдер. Что это? Автогрейдер. Да, для чего нужен он? Как на чего? Снег убирать. От дальнейших расспросов водитель отказался, зато мы смогли попасть в кабину. Сейчас я нахожусь за рулем машины, которая зимой убирает снег. Ощущение очень необычное, потому что впереди очень много всего. И сейчас очень сложно представить, как водитель видит дорогу за всем этим оборудованием. Техника, которая так или иначе связана с дорогами и их обслуживанием, вообще составляла большинство на параде. Разметочная машина наносит дорожную разметку краской. Так, то есть это фактически вы, да, наносили разметку буквально вот здесь, на проспекте Ленина? Да, это вот именно вот эта машина, которая стоит на КАМАЗе «Контур УНАНС». Наносит термопластиком горячим, разогревает его до 220 градусов и потом занимается укладкой. Термопластик – это какая-то новая технология? Ну да, так скажем, новейшая технология. Если предыдущие экземпляры горожане часто видят на улицах города, то вот этот кран многие увидели впервые. Это самая мощная в своем классе машина, отмечает водитель. Поднимает он 110 тонн. В транспортном положении весит 60 тонн. Длина стрелы 52 метра, плюс гусек 30 метров. Общая длина стрелы 82 метра. Для чего использовалась эта машина? Настройки на заводах, химпроме, там, на ГЭСе, где тяжелые груза. Там и работаем. Итак, те, кто строит дороги, обслуживает их, устраняет неисправности, тушит пожары, спасает жизни и охраняет здоровье. Технику представили все спецслужбы. После сигнала автомобили двинулись ровными рядами. Синхронность отработали всего за одну ночную репетицию. Техника, конечно, замечательная. Прям. Были бы тут мои мальчики, они бы вообще в восторге были. Но так нравится, интересно. Мы-то даже порой не представляем, какая техника у нас есть. Ну, да, по городу гуляет. Вот новые машины видим и радуемся тому, что город все-таки приобретает эти новые машины. И вот, конечно, Дорикс, который вот наш город делает чистым, красивым, очень понравились. Понравились КАМАЗы всякие. Медленно ехал, можно было рассмотреть. На парад вышла, конечно, не вся техника. Пока одни машины неспешно двигались в сторону центра Чебоксар, другие мчались в направлении северо-западного. Специальные службы всегда на страже города, особенно в праздник.